Это самое, сейчас закончится круг финал, и это самое. Сейчас уже нельзя. Ты бы сразу предупреждал, что не надо сажать на стульчике, на стульчике, на тренировку. Да. Ну, куда? Вы когда вы сами посмотрите, это вообще ни о чем. Ну, синхронно, мы сейчас сможем полку синхронно. Ну, что, нам за это больше не интересно. Это те моменты, которые стоят. Это так приближается. Сейчас критические решения никаких не надо, что ли? Даже посмотрите, вот если не брать главного судью, да, судью, то все остальные как раз и адекватно отреагировали. И только Анна Качанова ставит. А если мы поднимем весь твистер, то вы увидите, что на каждой против его фамилии всегда надо висеть. Я понимаю, предлагаю его на том кресте распять, но после соревнования. Ну, давай. Можно расширить, если это не будет. Да это... Взрослая дама, ему один уже переучить. Это надо уже просто планировать. Нам сейчас сложно уже что-то переигрывать. Давайте эту ситуацию будем разбирать уже за после. Сейчас не будем. Вот, смотрите, вот идет у нас девочка. Да, посмотрим, какой вот он балл. Посмотрим. Ну как же тоже то, что вот. Ну как же так? Судейство ката команды в принципе сложно, потому что здесь еще появилась какая-то синхронность. Судейство ката. Качество. Когда стойки нет уже, какое здесь вообще может быть ката? Здесь нет ката. Давайте тоже в учет возьмем. Вот давайте мы ката группу смотрите. А какой рассудим по счету? Оценки 6-8. На прошлом у нас 6-8. 6-9. 6-9. Теперь кто-то из этих двух команд должен вылететь. Да, вот у вас 2-1 и все. Вот. И все 4 команды финала смотреть. Да, все 4 команды финала смотреть. По идее, мы должны им назначить дополнительные карты. А, нет, стоп, по предыдущему кругу посмотрите. По предыдущему да? Смотрим. Так, Маренков, а как смотреть? Здесь 24. Так. А кого мы спорные? Никитин, да. Никитин тоже 24. 6,7, 6,9. Тогда да, им назначается дополнительная ката на выборы. Да? Да. По идее. Либо, ну, это по правилам. Давайте давай просто всех финал. Давайте их просто всех финал, только у нас таблицы нет. Поэтому дополнительные ката. Так. Одно из вот этих вот трех, которые там, грубо говоря. Ну, нужно, давайте перерыв объявим. Потом начнем с того, что выберем, кто у нас пойдет в ката-группу. Нет, давайте просто сразу сейчас объявим. Пускай Андрюша Катаев левый выходит. Вот, объявляй, как второй этап. Подождите, сейчас. Вот, не финал. Второй этап, ката-группа. Все, сейчас ката-группа есть. 10-11 лет, ката-группа Андрюша Катаев. А тут еще не было, что ли? Не было. Это они последние, да, получается? 19-30? Нет. Наталья Коношевская, Андрюша Денис, Наталья Константин, Лео Ильяна. Готовился. Начало России, Штатова, Ацелея, Штатова, Штатова, а вот он тебе брат. Можешь сейчас объявить представителя, получается, Юги тоже, представителя как-то. Кто там еще второй? И Сатори, получается. Сейчас Сатори вот на банк сидит. Во время перерыва. Да, финал уже начнем. Финал с того, что пока команда. Да, все. Меняем судейскую бригаду полностью. Причем, знаешь, что мы сделаем? Мы поменяем судейскую бригаду на вот этих вот двух, значит, катах. Вот эта группа, вот одна, вторая команда будет делать. Ни Сатори, ни Югодов сидеть не будет на банке. Все, прекрасно. И там, и там все одинаково.
если предыдущий пункт, то дополнительный план. 6-9.
оценки 7-0, 6-9, 6-9, 7-0, 7-1.
Оценка 7-0-6-9-6-9-7-0-6-9. Слушай, надо вот сейчас прямо за компьютером сесть и открыть и посмотреть. Садись сюда, я тебе сейчас кофе принесу. Вот эти сюда. Ну, смотри, ладно. Сразу и посмотрите, что там. Комитет, надо вкладочку комитет найти. Нет, я имею в виду не комитет, а вообще сегодня на телефон свободен, чтобы... Да, да, сегодня свободен, но нам надо с комитет разобраться, куда мы его запулили. И если что, вовремя переиграть его в форме. Пошли туда, ты, да? Да. Ну пошли туда тоже, тогда ладно. Может, как там туда посмотрим? Я не понял, что это что-то организовано все это у нас. То есть она как-то не так. Да и ладно, это не для этого.
людей проходит дополнительный круг, а не уже не надо. Нет, они же переделывают сейчас свои ката. Свои? Да. Thank you.
6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7.
Ущевал 20 секунд. Анатолий Викторович, мы можем вас? Одинаковые, да, что ли? Смотри, привет, Арсений. На дополнительный выпуск. Какое-никак отделы? А? Они же другие-то, может, и не знают. Может, то же самое? Скажем, да, что переделаете. То же самое, да. Да, да. Все, ты своему скажи тоже, я своему скажу. В связи с раком, конечно, в общем, а это доп-круг. Личка. 8. Если не как-то, конечно, больше. У кого? Ну, сегодня, что сказать. Ну, нет, он у меня уже стоит. Уже знает, больше, да? Я объявил. Объявил. Как это Дмитрий? Давай,
Может, кого-то давай взяли как-то. Вот так же на тренировках. Он не дорабатывал, поэтому шаг для победы остается. Месяц. Вы ему деньги не давайте. Ну правильно, сколько денег? Оценки 6-9, 6-9, 6-9, 6-8, 6-8. Really?
Максимальный балл получается у Кру есть. И такой одинаковый 26-6. А у этой у Сазановой 6-9. Соответственно, Кру занимает третье место. Вот. Ваша девочка? Да. То, что мы были курсы, все мы объявляем, да? Да. Так, вот. Елена третье место заняла. С трудом, правда, с натяжкой. Оценки 6-8, 6-8, 6-9, 6-9, 6-9.
знаю, если Куляночка выходит за Костика Калинина. Концерт 6-7, 6-8, 6-7, 6-7, 6-8. Так, 6-7, 6-8, 6-8, да? Общий балл 22. Вообще пофиг, вот они проиграли, как это, 10-11, да? Да, это 8-9, нет, вот это, что это сейчас проходит, это сейчас проходит, да, это 9, это 9, это Наталья приближается, Сандарчук Андрей, готовится к полуфиналу. Так, 7, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0,